Всем привет! Прошедшая неделя была знаменована сразу двумя радостными событиями. Первое. Наш канал наконец пробил рубеж 1000 подписчиков. Ура! С чем мы нас и вас поздравляем. И второе радостное событие. Это Настя, мой любимый оператор, который создает эти ролики для вас вместе со мной, ожидает малыша. И мы узнали, что это будет девочка. Я говорила с самого начала, с чем мы тоже ее поздравляем. Ну что, платочки убрали, и от лирики переходим к косметике. И сегодня мы с вами поговорим о бренде Шик. Бренд Шик. Что мы о нем знаем? Это относительно молодой бренд российской косметики, что приятно. И что вдвойне приятно, этот бренд создан визажистом Натальей Шик. С Натальей Шик я познакомилась в 2016 году на одном из мастер-классов. И эта девушка, конечно, просто заразила меня и вдохновила своей мощной энергетикой. Она невероятно яркая, харизматичная, но с таким прям мощным внутренним стержнем. Мне кажется, что именно такие девушки могут создавать действительно крупные косметические бренды. Тогда, в 2016 году, из продуктов Шик были только краски, окислители для бровей, потому что сама Наталья, она уже более 10 лет в бьюти-индустрии, в буквальном смысле поднялась на бровях, потому что брови были ее коронной фишкой, и именно за бровями к ней выстраивалась очередь. Так образовалась студия Натальи Шик, потом школа Натальи Шик, онлайн-школа Натальи Шик и косметическая линейка, изначально начинавшаяся именно с продуктов для бровей, сейчас разрослась и уже представляет собой очень широкий ассортимент продуктов. И вот теперь представьте, что с 2016 года-то прошло всего ничего, и тогда были-то буквально пару продуктов для бровей, а сейчас бренд представлен в 120 городах России и в 12 странах мира. Мне кажется, это действительно успех. Мое знакомство с брендом началось с набора кистей для бровей. Сейчас этих кистей уже нет, так что, можно сказать, раритет у меня сохранился. Хочу сразу отметить, что этот ролик не спонсирован. Все продукты были куплены на честно заработанные деньги, либо какие-то я одолжила у коллег. И единственная пудра нового для лица, ее мне прислали на тестирование. В этом ролике я расскажу вам про свои фавориты, про те продукты, которые я покупала, покупаю и буду покупать. И, собственно, этими продуктами я сделала этот макияж. Расскажу вам и о других продуктах, которые я пробовала, но, скажем так, которыми я не впечатлилась, и парочку продуктов, с которыми любовь у меня не сложилась. Ну что, погнали делать макияж! И начинаем мы наш обзор с уходовой линейки. Я уже нанесла патчи для зоны вокруг глаз. Вот так они выглядят. Обратите внимание, что размер патча больше, чем привычные нам корейские аналоги. Это можно заметить даже по упаковке. Да? Сравните одну и вторую. За счет того, что рабочая поверхность патча больше, отток лимфы происходит быстрее, все наши отеки, следы усталости быстрее исчезают с лица. Второй момент, почему мне нравятся эти патчи, они тоненькие, они плотно прилегают к коже, их нужно поправлять, они не сползают. Ну и третье, это то, что они бесцветные, прозрачные, и они не доставляют вам никакого дискомфорта, вы можете спокойно ехать за рулем вашего автомобиля, и никто из соседнего окна даже не догадается о том, что у вас под глазами есть патчи. Еще в уходовой линейке мне нравятся три продукта, которые я тестировала, пробовала. Они, к сожалению, у меня закончились, но можете поверить мне на слово, и сторис мои это подтвердят. Я пробовала тоник, я пробовала увлажняющую эмульсию и легкий увлажняющий крем. Кстати, у Шик на сайте есть премакияжный набор. Он так называется премейкап кит. Это набор миниатюр. Там все эти продукты представлены в мини-формате. Я считаю, что это абсолютно гениальная вещь. Во-первых, если вы визажист, вы можете это положить в свой кейс, чтобы не таскать полноразмерные объемы. А во-вторых, если вы хотите это купить для себя, но сомневаетесь, подходит вам этот продукт или нет, вы заказываете миниатюры, они стоят очень бюджетно, тестируйте, если вам это нравится, вы покупаете большой объем. Кому подойдут эти средства? Это классные продукты для визажиста, когда нужно быстро и качественно подготовить кожу к макияжу. А также, если вы обычная девушка и просто хотите себе легкий увлажняющий крем на лето. У него отличная текстура, быстро впитывается, не оставляет жирности, липкости и идеально вот на такой вот летний период времени.
Кстати, если вы еще не видели мое видео о том, как правильно увлажнять кожу лица в домашних условиях, то настоятельно рекомендую вам это сделать, потому что там вы узнаете, зачем нужны и тоники, и эмульсии, и крем, и как это правильно все друг с другом сочетать. Отдельный бонус крема – это упаковка. То, что не нужно доставать шпателем текстуру, а можно быстро выдавить и распылить по лицу. Я уже заметно похорошела, а все потому, что я нанесла уже свой тон и свой консилер. Почему свои продукты, а не продукты от Натали Шик? Просто потому, что у меня их нет. Когда-то давно у меня была миниатюрка тонального средства, миниатюрка консилера, но, честно говоря, ничего уникального я в них на тот момент не нашла. Плюс фавориты из других марок эти продукты из моего кейса вытеснили. Они у меня лежали без дела, я их просто честно подарила подружкам. Но они ими вроде пользуются и им нравятся. Я наносила тон кистью номер 02, вот так она выглядит. И еще, кстати, очень вам рекомендую спонж от Шик. Беленькое яичко, пусть она вас не смущает, она отлично отстирывается. Единственный его минус в том, что его очень тяжело достать. И в золотом яблоке оно все время распродано. Но оно классное и очень приятное по цене. Эта кисть 02 синтетическая, и я люблю синтетику у Шик. Она отлично справляется с нанесением тонального средства, кремового скульптора. И благодаря тому, что здесь такая средняя плотность набивки, она отлично работает еще и с сухими текстурами. Будь то сухой скульптор, сухой бронзер, сухие румяна и даже пудра. У меня также есть кисти из натурального ворса, имитации козы. Но знаете, какой есть момент? Если вы так же, как и я, избалованы японскими кистями, а в моем пенале все кисти натуральные японские, то, скорее всего, какие-то другие альтернативы вас не устроят. Вам будет казаться, что кисти жестковаты, что они колятся, ну, немножко не то. Но если вы ищете какой-то более бюджетный вариант для себя или находитесь только в начале вашего творческого пути, то почему бы нет, можете такой вариант тоже рассмотреть. Теперь переходим к бровям. Я воспользуюсь карандашом в оттенке Taupe. Это универсальный цвет, который на самом деле подходит абсолютно всем. Тут есть щеточка с обратной стороны, поэтому я сначала расчешу волоски, а потом мягко штришками заполню пустотки в брови. В чем плюс этого карандаша? Да, он не бюджетный, но благодаря своей пудровой текстуре он отлично прорисовывает как четкие волоски, так создает эффект пудровой, такой воздушной брови. Плюс есть одна особенность. Вы можете взять любой тоник, ну или просто смочить слегка ватный диск водой. И посмотрите, если я рисую волоски просто карандашиком, они получаются такие полупрозрачные. Если я смочу грифель, то посмотрите, насколько цвет будет ярче. Плюс текстура стойкая, он прекрасно на бровях держится. Видите, даже тру. Ну, тебе надо прям приложить усилия, чтобы он у меня с руки пропал. Ну и еще один плюс этого карандаша, то что он очень экономичный в использовании, не хватит вам его надолго. Так что свои деньги окупит. Есть еще вот такая штучка для бровей, это Brow Loose Powder. Знаете, говорят, если вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить. Но я честно пыталась найти подход к этому продукту, потому что я пробовала наносить его и прям сразу из аппликатора. Но тогда текстура прям супер плотная, получаются такие Angry Birds. Я пробовала наносить эту текстуру, посмотрев видео Натальи, набирая на скошенную кисть и прорисовывая волоски. Но результат тоже как бы так себе. В общем, я не понимаю, просто для меня это слишком сложно. А то, что сложно, мне это не очень нравится. Поэтому этот продукт у меня такой, не буду больше брать. Кстати, прозрачный гель для бровей я тоже пробовала. Он хороший, но тут уже вопрос к цене. Как бы прозрачный гель для бровей, можно найти какие-то более бюджетные альтернативы. Теперь мы перейдем к продукту, который я прям очень люблю. Правда, искренне, я таких уже, честно, два тюбика использовала. Это жидкий контур-крем. Он представлен в двух оттенках. 01 он с более холодным сероватым подтоном. И 02 для более загорелых девушек или тех, кто хочет создать эффект бронзера на своем лице. Эта текстура также, кстати, представлена и в миниатюре. Миниатюры хватает очень надолго, поэтому если вы ищете продукт для себя, можете смело брать миниатюры и пользоваться ей, мне кажется, полгода. Есть одна особенность. Все вот эти продукты в тюбиках, их нужно сначала вот так вот
промять перед нанесением, чтобы текстура там смешалась и равномерно распределилась. Многие мои коллеги жаловались на то, что текстура расслаивается, но у меня такой проблемы, честно, не было. Как наносить? Вы можете наносить, конечно, сразу, рисуя себе точечки на лице, но я так не рекомендую вам делать. Я люблю все такие вот текстуры кремовые наносить через руку. Вот такой капельки вам более чем хватит, потому что текстура супер пигментирована. Я распределяю текстуру на руке вот такими растягивающими движениями. Кстати, кисть у меня тоже Chic Baby Face 02. По-моему, она уже не представлена на сайте, но там есть альтернатива, где сейчас подсказка всплывет. И я делаю скульптурирование. Распределяю скульптор движениями снизу вверх, из глубины на объем. И по краевой линии роста волос. Кстати, у меня есть большой обзор на любимые скульпторы-бронзеры. И там же вы можете посмотреть, как правильно скульптор наносить, на что ориентироваться. Я сейчас наношу более светлый оттенок. Мне, правда, наверное, лучше бы подошел 02, но у меня его нет под рукой. Но это тоже, мне кажется, очень симпатично выглядит. Чем еще мне нравится этот продукт? Опять же, своей упаковкой. То, что он не занимает много места и прям так компактно лежит в кейсе. Итак, я нанесла скульптор по периферии лба, подчеркнула скулы и прошлась по уголкам нижней челюсти. Если у вас, так же как у меня, открытая зона декольте, то не забывайте немного проходить по шее и немного подчеркивать эти выступающие косточки, чтобы они смотрелись так более секси. Еще один прием, как мы можем использовать скульптор, но уже не на лице, а на глазах. Я беру натуральную кисточку для глаз, беру скульптор и, смотря прямо, начинаю моделировать форму глаза. Поскольку текстура кремовая, но она фиксируется, я работаю сейчас этой текстурой как кремовыми тенями. Моделирую объем верхнего века и нижнего. На внешнем уголке глаза немного затемняю движениями вовнутрь. Вот таким вот образом. Дальше разбираемся с глазами, и это кремовые тени. У меня они в трех оттенках, максимально коммерческие, подойдут и на каждый день, и для невест. И это продукт, который меня очень сильно, с хорошей точки зрения, удивил. Потому что тени классно по текстуре, равномерно распределяются, фиксируются, но при этом не сушат века. То есть такой вот эффект куриной жопки, когда тени застывают на глазах, у вас с ними не будет. Беру пудрово-розовый оттенок, это номер 07, и наношу его на объем подвижного века. Можно распределить текстуру кистью, можно прям пальчиком. Работать нужно достаточно быстро, потому что тени фиксируются. Кстати, этот оттенок очень здорово подойдет зеленоглазым девушкам, потому что выгодно подчеркнет цвет радужки глаза. И вообще Наталья Шик, я считаю, гениальный продажник, потому что у нее на сайте вы можете найти сразу же укомплектованные наборы для макияжа глаз, для зеленоглазых, для голубоглазых и для кореглазых. Мне кажется, это классный маркетинговый ход. Ну и давайте оттенок 01 в качестве блика нанесем вот так вот во внутренний уголок глаза, слегка его подсветив. Какие бы ни были стойкие кремовые тени, в любом случае их нужно зафиксировать сухой текстурой, иначе они скатаются и чудес не бывает. Но поскольку у Натальи Шик нету сухих теней пока что, я воспользуюсь вот такой вот палеткой от Marc Jacobs. И красивый розовый дуохром нанесу на подвижное веко поверх кремовых теней. Ну и объем глаза я проработаю вот такой вот натуральной коричневой тенью, зафиксировав оттенок скульптора. По орбитальной складке верхнего века оттушевываю на внешний уголочек глаза и объем нижнего. Карандаши для глаз – это еще один продукт, который я вам рекомендую, который мне очень нравится. В линейке есть две текстуры карандаша. Первый – это карандаши Каялы. Стойкие, которые прекрасно держатся даже на слизистой глаза. И карандаши мягкие, они, по-моему, представлены только в двух оттенках. Это те карандаши, которыми можно делать эффект smokey eyes.
Начнем со стойкого карандаша. У меня это оттенок Bittersweet. Такой классический, насыщенный шоколадный оттенок. Мне кажется, очень разумная альтернатива тому же самому Estee Lauder кофе. Этим оттенком карандаша я прокрашиваю межресничное пространство верхнего века. Такими зигзагообразными движениями уплотняя ресничный контур. Посмотрите, мне кажется, что разница даже на этом этапе уже очевидна. Второй карандаш – мягкий карандаш в таком поэтичном названии «Бергамо», прям травящим душу в карантинный период названием итальянского города. У него особая форма заточки, то есть с одной стороны он позволяет рисовать тонкие линии, с другой стороны вы можете сразу наносить толстые штрихи, делая эффект smokey eyes. Этот карандаш почему-то менее популярный, но он прям вообще огонь. Потому что именно с ним вы можете сделать вот такой вот модный эффект растушевки, сделать мягкую стрелку в карандаше. Я его наношу вдоль ресничного контура, прям максимально близко к корешкам. И уже плоской кисточкой растушевываю по направлению наверх. В чем отличие мягких карандашей? Они не фиксируются и позволяют тушевать себя сколь угодно долго. Этим же карандашом я подсекаю объем нижнего века и также растушевываю. Этим карандашом невозможно переборщить, потому что он растушевывается при желании в ноль. И вы уже сами регулируете степень насыщенности, потихоньку его добавляя на глаз. Я всегда наношу такими штрихами карандаш на внешний уголок глаза, потому что мне нравится такая более вытянутая форма тушевки. И именно ее я сейчас и выстраиваю. Сразу взгляд поменялся. Да. В предыдущих роликах я вам показывала карандаш от Paisé в оттенке шоколад, который я очень люблю. А вот этот вот карандашик от Chic, это его достойная альтернатива, так еще и более бюджетная. Потому что этот карандаш там 780 около того, а это я купила со скидкой в Золотом Яблоке за 560. А разницы реально никакой. Сейчас я то же самое делаю на втором глазу, но тут уже ничего интересного, просто повторяем все то же самое. Помним, что мягкие карандаши нужно фиксировать сухими тенями, чтобы они у вас не поплыли, поэтому я решила взять палетку Dior Backstage и вот таким вот насыщенным темно-фиолетовым оттенком зафиксировать тушевку карандаша. У Chic есть ресницы, кстати, в очень удобной упаковке, но я в этот раз решила ограничиться просто тушью. Тушь у Наташи мне нравится, хорошая, черная, насыщенная, дает эффект подкручивания, разделения объема, чем-то напоминает Vivienne Sabo, но, конечно, подороже, чем Vivienne Sabo. Можете наносить тушь в один слой, тогда будет более натуральный эффект. Если хотите и любите прям такие жирненькие ресницы, то можете смело наслаивать 2-3 слоя. Теперь давайте закончим с лицом. И еще один любимый мной продукт – это кремовые румяна. У них очень интересная муссовая текстура, тоже предварительно нужно так промассажировать этот тюбик, чтобы текстура распределилась равномерно внутри, и наносить также лучше через руку. Кисть у меня Chic For Face, без номера. Распределяю текстуру вот таким вот образом, вбивающими движениями, и наношу на объем скулы такими притаптывающими движениями. Почему притаптывающими, а не растягивающими? Чтобы не потянуть и не сместить текстуру тона, которая под румянами. Поэтому лучше работать, как, знаете, представьте, что вы маленькая кошечка,
и прям так лапкой бьете себя мягко по лицу. У любых кремовых румян есть такая особенность, что они могут проедать текстуру тона. Как вы думаете, почему я сижу тут, блещу весь ролик перед вами? Потому что у меня был изначально тон с таким естественным сияющим финишем. Если бы я взяла матовый стойкий тон, допустим, Estée Lauder WW, который фиксируется, пудрируется, при нанесении далее кремовых текстур очень часто он начинает проедаться и прямо идти пятнами. Поэтому, если вы любите кремовые румяна, то не используйте стойкие матовые тона, а давайте предпочтение тонам с естественным финишем. И на другую сторону тоже нанесем свежесть. Кстати, румяна в оттенке я вам не сказала. Подождите. Оттенок 04. Очень люблю такие припыленные цвета, пудрово-розовые. Сразу свежесть на лице. Новинка от Chic – это сияющая пудра для лица. Она представлена в двух оттенках – более светлый, более темный. Светлый оттенок предназначен, чтобы зафиксировать центральную часть лица, зону под глазами, скажем так, отполировать ее, отфотошопить. И оттенок 02, или медиум, называется медиум, потемнее. Я люблю такие текстуры использовать, чтобы зафиксировать кремовую коррекцию и смягчить все переходы между тоном и скульптором. Знаете, такой 3D-эффект. Обычно я для этого использую пудру Hourglass. И очень многие визажисты писали, что эта пудра – это аналог Hourglass Dim Light. Давайте так договоримся. Если вы меня спросите, понравилась ли мне пудра от Chic, я скажу вам «да». Мне она понравилась, она действительно делает очень красивое отфотошопленное лицо. Если вы меня спросите, Риша, могу ли я купить эту пудру от Chic вместо Hourglass, является ли эта пудра ее аналогом, я скажу вам «нет». Потому что текстура у этих пудр разная, и она очень сильно отличается. Я взяла пушистую кисть, и набирать пудру нужно вот такими вот выглаживающими движениями. И наношу я ее по периферии лица, проходясь по всей зоне коррекции. Фиксирую и добавляю такого свечения кожи полукруглыми движениями. Наполирую так, чтобы блестело, как яичко. Вот тот самый оттенок Hourglass, вот оттенок Medium от Chic. Действительно, визуально эти два оттенка очень похожи. Но Hourglass текстура более прессованная, и как бы я ее ни наносила, она вообще не пылит. Если я набираю пудру Chic такими движениями, то вот что происходит с текстурой. Она начинает очень сильно пылить и крошиться. И вообще лучше даже работать с этой пудрой не пушистыми кистями, а вот такими вот приплюснутыми, натуральными, потому что таким образом вы действительно прям полируете свою кожу, придавая ей очень красивое, естественное свечение. И завершающий штрих, и еще одна моя любовь бренда, это карандаши для губ. Я носила оттенок Monza, и его я использую и для проработки контура, и в качестве помады. Прохожусь по контуру, а потом заштриховываю губы вовнутрь. Оттенок у карандаша, мне кажется, правда, очень красивый, освежающий. И еще в линейке Chic для губ есть скраб в качестве средства для переподготовки и есть бальзам для губ. Скраб я не пробовала, бальзам у меня был. Опять же, не могу сказать, что он стал моим фаворитом, но он хорошо увлажняет, у него удобная упаковка. Но за эту цену есть, мне кажется, варианты и поинтереснее. У меня карандаш прислан в двух оттенках, Monza и Bellagio. Monza вот он наверху, он чуть потемнее, с более холодным подтоном. И Bellagio внизу с более теплым подтоном. Оба классные, нюдовые на каждый день. Вот такой у нас получился макияж. Мне кажется, образ получился по-настоящему летний и очень романтичный. А как вам? Этот макияж понравился или нет? Напишите об этом обязательно в комментариях. Давайте подводить итоги.
Хочется отметить, что производство косметики, несмотря на то, что процесс очень увлекательный, казалось бы, творческий, он, конечно, очень трудо, время и финансово затратно. И поэтому очень приятно наблюдать, как наши российские бренды растут, развиваются и производят продукты, которые могут стать достойной альтернативой и составить конкуренцию некоторым даже зарубежным брендам. Конечно, отдельный плюс, что Наталья сама визажист, поэтому она знает наши нужды визажистов и понимает, какие продукты нам нужны и как они будут работать. Плюс, я считаю, у бренда Шик очень грамотно выстроена маркетинговая политика. Об этом говорят и наборы косметики, собранные и представленные на сайте. Каждая девушка может выбрать наборы под свои нужды и запросы. И это формат миниатюр. Купил, попробовал, понравился, купил еще, не понравилось, больше не покупал и сэкономил деньги. Теперь про продукты. На мой взгляд, откровенно неудачных, зашкварных продуктов у бренда нет. Я таких не пробовала. Есть продукты, с которыми лично у меня отношения не сложились. Но у каждого из нас свои требования к продуктам, свои задачи, и то, что не подошло мне, не факт, что не понравится вам. Тут нужно пробовать. А еще давайте общаться, напишите в комментариях, пробовали ли вы какие-то продукты от Шик, может быть, что-то у вас уже есть в косметичке. Если да, какие у вас сложились впечатления, понравилось или нет. В прошлом ролике, где я показывала укладку на себе, мы объявили конкурс. И сейчас на моей ладошке трам-пам-пам-пам, появится имя победителя, которому достанется сухой шампунь от Sim Sensitive. Я сама еще не знаю имя победителя, потому что вы же понимаете, что ролики мы снимаем сильно заранее. А уже на этапе монтажа и перед тем, как его выкладывать, мы этот конкурс будем проводить. На этом я с вами прощаюсь, мы увидимся через неделю. Скорее всего, следующий ролик будет про мой опыт увеличения губ. Мне кажется, это очень интересная и острая тема, которую хочу с вами поделиться. Не забывайте поставить лайк на этом видео, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И, конечно, наша коронная, будьте красивыми и сногсшибательными. Всем пока!